Я не поняла. А почему вы зашли все вперед меня? Так. Сейчас мы сначала проверяем домашнее задание, а потом я вас спрашиваю по вчерашней теме. Домашнюю работу открыли? И это домашняя работа, да? Мы просто все вот так сплошняком переписываем, да? Ну, понятно. Хорошо. Домашнюю работу открыли? Я сестра. Ну, конечно, понятно. Что там русский язык, действительно. Тетрадку уже можно просто забыть, да, банка? Да, молодец. Вот тут видишь грамматическая основа, да? Так. Что мы приходили? Ну, легких тут не напомнить? Так, и сейчас Осипов нам ответит, что такое грамматическая основа предложения. Пожалуйста. Я не готов. Не надо, не надо, я не хочу слушать, я не хочу слушать. И опять у нас получается урок-монолог. Да. Честно, я очень не могу с этим классом. Самый худший класс. Я не знаю, что мне с вами делать. У вас на носу ГИА? А вы элементарных вещей просто не знаете. Пожалуйста, кто знает, что такое грамматическая основа предложения? Никто. Ну, ясно. Нет, нет, я сейчас просто, я не буду сейчас вам ставить двойки, я просто потом буду молча приходить, давать контрольную работу, вы будете ее писать. Ладно, так, сейчас мы быстренько сделаем два упражнения по нашей уже заезженной теме, потом перейдем к новой. Стоп, спасибо.